чем я хотел бы сказать? Что будущее, господа, в ваших руках. В том, как вы относитесь друг к другу. То, что вы смотрите, то, что вы читаете. То, что вы обсуждаете друг с другом. Рано или поздно тайное становится явным. И люди, которые избирают себе сначала личным путем, когда их много, этот путь становится общественным. Поэтому вот вам мой совет. Любите друг друга, уважайте. Живя Беларусь!